Всем привет, дорогие друзья, с вами снова я, Аверлорд, мы на канале Авергейминг, и сегодня мы продолжаем играть в замечательную игру под названием Bemenj Drive, и, предполагаю, вам зашла предыдущая серия с президентом, так как на ней набралось примерно вроде как 9 лайков и 60 просмотров. Как для Bemenj Drive это очень даже хороший результат, так что я подумал, чем бы нам не продолжить подобную идею. Если мы в прошлый раз, получается, спасали нашего президента на истребителе, то в этот раз наша задача будет немного иная. Теперь мы будем охотиться за этим же президентом. Получается, мы его отпускаем в дальнее путешествие, а сами взлетаем с этого аэропорта на этом истребителе, получается. Собственно, будет он у нас убегать по всей карте в виде American Roads. Думаю, что играющие в Bemenj Drive знают, что это за карта, и, в принципе, даже примерно понимают ее, так скажем, географию. И, в принципе, вот такие вот у нас сегодня делишки. Так, ну что ж, нам нужно сделать таб. Вот таким вот образом включить ИИ, то есть искусственный интеллект, и сделать так, чтобы он от нас убегал. Собственно, вот, теперь он у нас уезжает, а мы должны будем вот таким вот образом, собственно, взлететь и пытаться его каким-то образом найти. Сегодня у нас в арсенале будет, получается, артиллерия, то есть, ну, обычные пульки, а также две такие вот прекрасные бомбочки на крайний случай, если вдруг он у нас, получается, будет слишком сильно мансить. Нам это сегодня не нужно. Нам наша сегодня задача, получается, как можно быстрее его уничтожить. Получается, очень надеюсь, у нас это получится довольно-таки быстро. Сегодня, получается, у нас должен быть еще стрим. Сегодня суббота, сейчас 12:34 время у меня. Я так до сих пор этот ролик на сегодня не записал, он должен быть через 2,5 часа, естественно, я с ним запоздаю как минимум до 16:00, так что сорян за это. Ну а также в 17:00 будет стрим, на котором мы будем для Transfer 2 прокручивать новое название Москвы. Уже там, по-моему, почти что 9 вариантов, там, короче, вообще пипец будет. Так что обязательно приходите в 17:00 сегодня же, получается. Очень надеюсь, что этот ролик успею выложить до того, как стрим должен будет начаться. Итак, мы будем использовать небольшие читы в виде вот такого вот прикольчика. Получается, таба на несколько секунд, чтобы чисто посмотреть, где он у нас находится. Ну, думаю, что, в принципе, у пилотов должен быть хоть какой-то радар. И в виде радара у нас сегодня будет выступать такая вот система в виде таба. Так, ну что ж. Можем его использовать сколько раз, в любое время абсолютно. И, собственно, вот у нас по этой трассе, собственно, и едет президент. И мы должны его каким-то образом попытаться уничтожить. Конечно, это движущаяся цель. Это для меня будет, на самом деле, довольно-таки сложная задача, как мне кажется. Так. Нет! Мы почти... Хотя, ни хрена мы не почти это не сделали. Мы хоть раз попали в него, нет? Попали, смотрите, мы хоть раз в него попали, получается, да, у него крыша смялась, чуточку так это получается, крыло там, и мы его как-то сбили с трассы, получается, не знаю даже, как это еще можно сказать, объяснить, собственно, вот, мы его, так скажем, немножко подбили, но не убили, и, получается, сами по себе самоуничтожились, так скажем, и у нас, получается, он может дальше продолжать свое движение, но с небольшими уже повреждениями, так туда немножко задувает ветерочек, так скажем, наша миссия официально провалена, и мы, получается, берем еще одну попытку, конечно же. Итак, собственно, мы можем заново вылетать. Надеюсь, что с этой попытки у нас уже все-таки получится его уничтожить. Да, ликвидировать, так скажем. Ну что ж. Залетаем, конечно же. Пока что можем на табе посмотреть, где у нас там он едет. Собственно, вроде как маршрут у него тот же, что и был в предыдущий раз. По крайней мере, на это очень надеюсь. Так как если он будет у нас двигаться по трассам, а не по каким-то проселочным дорогам, у нас шансов его уничтожить будет намного выше. Так как, тем более, на той самой прямой трассе, на том самом прямом, прямейшем прям участке. Там вот будет прям вообще самое лучшее место расположения, куда он только может поехать. Там у нас прям шансов, вах, красота будет. Но, конечно же, тот прямик, точнее, не бесконечный, и нам нужно успеть его каким-то образом уничтожить до того, как он будет куда-то туда сворачивать или съезжать, потому что там уже попасть по нему будет мне максимально сложно. Конечно, не невозможно, но очень и очень сложно. Конечно же, на прямике будет мне это сделать намного-намного легче, только в прошлый раз я с этим немножко не справился, не уследил за высотой, надо было намного раньше уже, получается, его бросать и немножечко подниматься. Но я этого не сделал и успешно врезался в столб.
Надеюсь, что в этот раз такого не повторится. И мы уже, получается, летим 450 км в час. Это очень-очень большая скорость, как и думаю, что вы сами понимаете, да. Так, предполагаю, он будет где-нибудь по второй полосе, где-нибудь посерединке, так что нужно как раз-таки примерно в это положение нам и выравнивать наш прицел. Так, собственно, вот он у нас уже едет. Так, по-моему, чуть-чуть попали. Так, давайте снизим немножечко тягу, чтобы у нас, получается, не настолько уж прям сильно был... Ну, как-то сказать. Не прям уж сильно большая скорость, потому что большая скорость нам тоже будет как бы мешать в преодолении такого, так скажем, нашего препятствия. Такс. Вот мы уже, собственно, выровнялись, можно так сказать, на второй заход. Вон он у нас, собственно, и давайте попробуем вот... вот так вот и... Ой-ой-ой-ой, что Авер наделал? Фига себе, это у нас текстура растянула. Ну, думаю, что вы сами поняли, что я сделал. Собственно, я скину бомбу на него, получается. У него минус все привода. Взрыв был довольно мощный, вроде как прям перед ним, но мы его, так скажем, не ликвидировали. Мы очень сильно повредили, конечно, его лимузин, то бишь, получается, Гэврил Градмаршал. Вроде как-то так он должен называться, да? Да, это Гэбрио, это Град Маршал, собственно. Дали мы повреждения, конечно, этой машине очень-очень жесткие. Она больше никуда никогда не поедет. Но, как я предполагаю, все люди, скорее всего, в нем выжили. Так как он, получается, никуда не откинулся, полностью не разорвался. Ну, а нашему самолету, конечно, намного-намного хуже. И давайте теперь возьмем, получается, еще один реванш. Для того, чтобы, наконец-таки, полностью уничтожить эту машину. Но самим остаться в живых. Собственно, третья попытка. Надеюсь, что в этот раз у нас все получится без потерь для нашей стороны. Такс. Взлетаем, собственно. Взлетаем. Набираем потихонечку скорость. И можем пока что посмотреть, где он там едет. Ага. Собственно, я посмотрел примерно в тот же момент, что и в предыдущий раз, на то, как он едет. Но нам сейчас это не особо важно, так как он, получается, пока что никуда даже свернуть особо не мог. И надеюсь, что он особо никуда и не свернет. И надеюсь, что в этот раз у нас на том самом прямике получится все-таки его расстрелять. Да. Так, надеюсь, мне никаких предупреждений от Ютуба не прилетит за такие фразы. А то, как я предполагаю, это очень даже может произойти. Так, кстати, хотел напомнить, что завтра еще Пасха, получается, в воскресенье. И, скорее всего, в воскресенье ролика не будет. Ну, а также, думаю, что, так скажем, игроки Радмира, того самого сервера, сами смотрят Ковалевского, например, да, создателя нашего, ну, так скажем, любимого проекта. Получается, обновление сегодня будет 5.3, и получается, вряд ли оно у меня выйдет прям сразу же. То есть, ну, в субботу оно должно прям на стриме произойти, но у меня, скорее всего, прям на стриме обозреть не получится, так как сегодня должен быть стрим по TF2. И, собственно, получается, в воскресенье у меня тоже вряд ли получится записать про это ролик, так как, собственно, Пасха, записывать ролик я не планирую, но все же постараюсь. Не-не-не-не-не-не-не-не, это было очень-очень опасно. Так, давайте идем на разворот, так мы сейчас его прям вообще никаким образом не сможем уничтожить. Мы чуть-чуточку зацепили, получается, провода, но, тем не менее, смогли удержать самолет. Это хорошо. Если мы не упали, это уже прям хорошие новости, как мне кажется. Итак, пока что мы до него летим, продолжим про Пасху. Получается, в воскресенье вряд ли должен выйти ролик, поэтому я вместо того... Если в воскресенье не выйдет ролик про обновление, то выйдет он точно в понедельник, получается. Так, ну что ж. То есть, собственно, ждите, скоро у нас обнова будет, хороший, прям добротный от меня будет обзор, так что обязательно посмотрите тем, кому все это дело интересно. Прямо на это очень надеюсь, что это вам, в принципе... Так, у нас сейчас были хорошие шансы, по-моему, мы по нему все-таки попали. Так, давайте увеличим чуточку тягу, а то у нас скорость уже почти до 300 дошла, и у нас уже, как бы, так скажем, небольшие проблемицы все-таки появились с управлением, и надо бы увеличить для этого скорость, чтобы он у нас, так скажем, более устойчивым был ко всему этому делу. Так, давайте, кстати, пока что можем обнуться. Ага, мы по нему попали, смотрите, у него стекла нет, у него двери, по-моему, нету правой, да? Точнее, левой. Это хорошо. У нас появляется немножечко больше шансов на его уничтожение. Так. Где он там едет? Так, ага, у него проблемы, собственно, есть. У него проблемы есть. Так. Давайте попробуем бомбочку. Попробуем бомбочку. Так. И удар, конечно, был прям рядом с ним, но, по-моему, его особо это не зацепило. Это плохо. Получается, заходим на еще один заход. Так, собственно, вот он у нас там вот едет по трассе прямо. Вон он. Мы за ним следим. Его никуда не упускаем и не отпускаем.
ты от меня не уйдешь. Я стрелять и летать научился, так что... И сейчас, кстати, будет, по-моему, еще один примик, так что у нас шансов прям очень хорошие, прям очень. Так, нет, давайте бомбочку пока что не будем использовать. Это, конечно, все хорошо, но нам все же нужно сделать еще один все-таки заход, для того, чтобы как-то более сзади от него оказаться, чтобы мы успели как-то выровнять под него самолет и все-таки по нему пострелять. Такс. Еще один заход, разворотик. И вон у нас, по-моему, он уже должен был примерно как-то выехать на эту прямую. Так, давайте все-таки увеличить чуточку, уменьшим тягу, сбросим до 400 примерно скорость. Так. Надеюсь, что он уже едет по прямой дороге, и мне будет намного все это дело легче с ним сделать. Так. Блин, мы, конечно, почти что попали. Такс. Новых повреждений вроде как у него нету. Так, но, по-моему, там у него что-то с колесом было, насколько и мне увиделось. И надеюсь, что мне не показалось. Так, по-моему, нам нужно на эту трассу выровняться, да. Так. Вон у нас, собственно, по этой трассе и должен туда вот прямо ехать. О, какой красивый прямик! Ща, как мы по нему попадем? Вон он. Так. Хоба. Так. Чуточку еще бы чуть и вшатались прямо, но, блин, у нас шансы прям хорошие есть. Сейчас вот мы на этом прямике должны его просто уничтожить. У него и так уже есть какие-то повреждения, и как бы и так ему уже неприятно. Может быть, мы, кстати, уже даже попали в президента, и это уже, так скажем, водитель спасается от нас, а уже не спасает президента, так скажем, да? Такс, выровнялись под трассу снова. Так. И это он должен там у нас впереди быть, конечно, неплохо. Он так уехал на самом-то деле, да? Так. Опа, хорошо, по-моему, попали. Могли попасть сейчас, по крайней мере, могли. Так, блин, там сейчас тоннель будет, это плохо. Мы там его можем потерять, это очень и очень плохо. Так, давай, самолет, пожалуйста, заходи бы быстрее на разворотик. Мы должны успеть хотя бы еще одну тычку по нему дать. До того, как он скроется в тоннеле. Давай. Лети. Или он уже все в тоннеле. Это был у нас... Так, подождите. Он что, слетел с дороги или где он? Я не понимаю, где он. Это плохо. Табаемся. Ага, он в тоннеле. Все. Есть, понял, принял. Заходим, получается, на еще один разворотик. Не успели мы дать тычку на этой прямой, но у нас все-таки шансы до сих пор есть. Там еще трасса, конечно же, не заканчивается. Получается, он почти что уже полный круг проехал по всей этой трассе. Так, ну мы его просто обязаны сейчас уничтожить. Так. Вон у нас он должен, по идее, был уже давным-давно выехать с этой трассы. Да, вон он. Так. Давайте сбрасываем бомбу. И... Хоба. Блин, промазали. Это очень и очень плохо. Промазали, у нас бомб нету больше. У нас, мне кажется, еще патроны тоже будут потихоньку заканчиваться. А до сих пор машина, получается, у нас едет. Но уже, получается, с разбитым стеклом. Уже какая-то более-менее как-то подбитая. Так, самолет, пожалуйста. Конечно, я понимаю, без бомб ему как-то плоховато. На самом деле начинает лететься. Он как-то его переворачивает, как будто бы, когда он без бомб летит. Но ладно, мы все это дело переживем. Мы все-таки профессиональные, ну типа, летчики, так. Ага, он у нас уже, получается, туда вот заворачивает. Он у нас уже на горе. Это плохо. Мы здесь его по нему вообще почти что не попадем, мне кажется. Если вот прям по нему у меня шанс попасть прям минимальнейший, тем более... Так, по-моему, по нему попали, его занесло, по-моему, мы по нему попали. Да, мы по нему попали, есть! Мы смогли по нему, прикиньте, я, если честно, то я прям сейчас только что был сам себя в офиге, на самом-то деле, потому что я под углом каким-то непонятным, не выровнявшись прям толком под него, я по нему смог попасть, и он ушатался, и все, ему конец, мне кажется, все. Нам либо его сейчас нужно добить каким-то образом, потому что я, если честно, немножко не помню даже, где он, нам сейчас нужно его либо добить, попробовать. Блин, жаль, что бомб нет. Вот сейчас была бы бомба, я прям четенько попытался бы прям на него скинуть ее, и тогда бы все. Тогда бы прям вообще максимальнейшее выполнение миссии этой было, но все же у меня бомбочки больше не осталось. Так, вон он, по-моему, должен тут где-то сидеть. Так. Не нашли. Обид. А, вон он, я его нашел. Попробуем сделать еще все-таки один заход, и мне кажется, что как бы мы его уничтожили, мы, в принципе, справились с миссией. Так, ну что ж, они, точнее, он даже никуда не пытается уехать. Мы попали, по-моему, насколько помню, прямо ему в жопку. Это, прям, точнее, прям в багажник, если по-нормальному выражаться. И получается у нас как бы так, ну самолет, ну не переворачивайся же, а? Ну ты же должен по-нормальному летать. Я просто по-человечески тебя прошу. Так, по-моему, я потерял вообще эту трассу, если честно. А, не потерял, нашел.
так, 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 так. По-моему, он должен быть где-то вон... Ну, не вот здесь вот он должен быть, а чуточку дальше. Чуточку дальше. Вот где-то вот... Ну, блин, мне кажется, все-таки по нему я уже отсюда не попаду. Отсюда я по нему уже не попаду. Так, ага, ага, ага. И я его отсюда даже не вижу. Я его отсюда... А, не, вон, все, нашел. Он в деревья куда-то уходился. И, в принципе, все, да. Получается, мы его, так скажем... уничтожили. Мы думаем, что, в принципе, сюда могла выехать группа захвата. Также вы посмотрите, у него... Так, подождите, самолет, только не падай, пожалуйста. Я направлю куда-нибудь вверх с... Блин, я R нажал случайно. Хотел еще посадить самолет, попытаться. Ну ладно, ничего страшного, в принципе. Главное, что мы выполнили миссию. Потихонечку можем даже заканчивать этот видеоролик. Собственно, такие вот у нас получились повреждения. Так, ну все, ну остановись, ну чел. Ну остановись же, а? Так, вот так вот, все. Ты уже все, ты уже умер. Так, ну смотрите, куда мы прям попали, вы посмотрите. Прям почти что в президента мы попали. Он, получается, он, конечно же, сзади справа у нас сидит. И, блин, и мы сюда, получается, попали. И фига себе, не, ну мы, по-моему, его разнесли, как мне кажется. Конечно, машина, понимаю, не взорвалась. Машина, понимаю, да, не взорвалась. Но у нас, нет, у нас нету течи в бензобаке, кстати. Смотрите, бензобак у нас пережил это все дело. Фига себе, я даже не ожидал такого на самом-то деле. Получается, что у нас... Все выбито, у нас прям максимальнейшее повреждение этой машины. Получается, мы, конечно, предполагаю, что президент, скорее всего, умер от именно от попадания, когда мы самое последнее попадание по нему, как раз таки, мне кажется, стало фатальным. Потому что вы посмотрите, что осталось от его жопы, прикиньте, какая вибрация в него пошла. И тем более, что если мы будем рассматривать это повреждение как в реальной жизни, то, скорее всего, это был бы прострел насквозь. И если мы попали прям сюда, прям за спину президента, то это был бы явный прострел насквозь. И как бы президенту явно капец. В принципе, вот так у нас получилось. Собственно, да, на этом мы будем потихоньку заканчивать серию. Мы все-таки с третьей попытки, как мне лично кажется, справились с этой миссией. Кто так не считает, можете написать в комментарии, что Авер, ты не справился, ты слишком рано закончил. Надо было бы сделать еще одну попытку. И вообще, Авер, сделай вторую часть, как ты пытаешься уничтожить президента, только уже с каким-нибудь другим самолетом или каким-нибудь другим способом. Собственно, да, надеюсь на ваши комментарии, надеюсь на вашу поддержку. И, собственно, на этом эта серия будет потихонечку заканчиваться. Про Пасху я вам сказал, что, в принципе, в воскресенье ролик по обновлению на Радмире вряд ли выйдет. Но все же я все равно постараюсь его в воскресенье выпустить. А если не выпущу, то оно выйдет в понедельник. Собственно, про саму серию по обновлению я уже расскажу в самой серии по обновлению. Ну, а получается, по поводу рулетки, вы меня сами поняли, по поводу стрима вы тоже, конечно же, знаете. Обязательно приходите сегодня в 17:00 по МСК. Будем прокручивать новые названия для Москвы. Собственно, да, на этом все. Всем большое спасибо за просмотр. Не забывайте ставить лайки, подписываться на канал, это очень важно. Таким образом, меня очень сильно поддерживайте, мотивируйте. Короче, делать мне это очень приятно. Спасибо большое всем, кто это делает, но всем вам. Я желаю удачи и всем пока!